Всем доброго времени суток, вашему вниманию представляется автомобиль Mitsubishi Lancer 9 2006 года выпуска, двигатель объемом 2 литра, механическая коробка передач. Дверные карты у автомобиля, как и задний ряд сидений, в отличном состоянии. Впереди дверные карты, а также передние сиденья также в отличном состоянии. В автомобиле у нас имеется полный электростеклопакет, противотуманные фары, электрорегулировка зеркал, такая вот магнитола Pioneer, кондиционер, подогревы сидений. Пробег в данный момент на автомобиле 187 тысяч. Если вас заинтересовал данный автомобиль, номер телефона, а также адрес нашего автосалона, вы можете найти в объявлении. Автомобиль можно купить за наличный расчет, в кредит, а также по системе трейд-ин. Всего доброго.